коллеги. Всем здравствуйте. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Сегодня традиционный предновогодний такой вебинар. То есть, естественно, это не исключает такого предпраздничного настроения, друзья. Потому что год действительно у нас прошел очень-очень успешно, и многие корпорации этому просто позавидовали бы. Многие сетевые транспортные корпорации, я бы сказал. Но сетевые не в плане того, что это сетевой маркетинг или что-то такое. А есть терминологии, например, Uber, Lyft, компании, которые будут выходить на IPO в 2019 году, официально именуются сетевыми транспортными корпорациями. И вообще Uber официально заявляет, что наибольшую часть развития они получили именно за счет развития по партнерской программе. То есть этого не скрывают такие гиганты, которые будут выходить на IPO. Но давайте помнить, друзья, что все-таки у таких компаний всего лишь один вид подвижного состава со своими недостатками, со своими опасностями на дорогах со своими дорожно-транспортными происшествиями это, естественно, традиционный автомобиль. И наша компания для тех, кто присутствует первый раз, возможно, на вебинарах, то есть у нас в 2019 году обязательно будет вводиться целая система и авто-вебинаров, то есть мы очень много инструментов будем внедрять и пробовать для того, чтобы друзья, вам рассказывать о том, что действительно технология Skyway сейчас очень бурно шагает по планете и развивать действительно эту технологию становится все проще и проще. Меня зовут Сходоев Алексей, я являюсь членом правления Skyway Capital и, собственно, вот традиционно по средам в 13 часов по Москве, то есть это время не будет меняться, Потому что ну, оно меняется в редких случаях, когда мы находимся в дороге, либо на каких-либо вручениях, премиях, конференциях и многих-многих событиях, друзья, которые просто заполонили нашу скай жизнь в хорошем смысле этого слова и принесли очень много радостных вестей в этом году. И, собственно, это отражается на статистике уходящего декабря, друзья, мы опять выходим на рекорды. И причем это абсолютно без сегодня автоматизации. То есть представьте, как мы взлетим. Так, Андрей Йота с Екатеринбурга. Если ты присутствуешь, то дай, пожалуйста, знать, либо кто-то другой, кто желает удалять сообщения по троллям, естественно тролли будут, друзья, их будет становиться все больше и больше. И сегодня мы пообщаемся насчет более серьезного явления, как маркетинговые войны вообще и что мы увидим в 2019 году, какие тренды, псевдо тренды будут представляться. То есть вот сегодня я об этом, обо всем расскажу и в завершении я скажу вам кратчайший путь, друзья, каким образом Действительно, можно рассказывать на сегодняшний день о проекте Skyway. Дам ссылочку. Многим людям понравился этот алгоритм. И, собственно, используйте в работе. Это в завершении вебинара. Я сейчас его использую абсолютно везде. И в реальной жизни, и в онлайн-жизни, и в Инстаграме, и в ВКонтакте. Несмотря на то, что сегодня, естественно, у меня намного меньше времени на развитие именно построение э, сетевой структуры, сетевой системы. Мы развиваем крупносистемный бизнес будущего, который реализует технологию Skyway уже в настоящем. И многие транспортные средства, э, друзья, были сертифицированы еще в прошлом году, э, многие сертифицированы уже в этом году. Я рекомендую всем посмотреть, коллеги, друзья, партнеры, замечательный информативный вебинар, несмотря на то, что там достаточно быстрая информация подана. Я это, на этом не буду останавливаться, потому что основные моменты осветил на самом деле Максим Ведро. И, собственно, информативно он изложил абсолютно правильно, абсолютно корректно. К этому вебинару видно было, что Максим очень серьезно подготовился. Поэтому я рекомендую просто тем, кто желает узнать факты, события, которые прошли из жизни Skyway, из жизни Skyway Capital, Посмотрите эту трансляцию, но у нас по средам несколько другой взгляд, с несколько другой призмы и с точки зрения видения всего Skyway Capital. То есть такие вебинары веду я, Владимир Маслов. Раньше, собственно, мы вели вебинары с Сергеем Антоновичем Сибиряковым. Сейчас вы официально, я думаю, что кто в курсе, кто не в курсе, Сергей Анатольевич не будет вести вебинары. То есть он все свои мысли изложил в трансляции, которую он включал в перископе. Но, ну, собственно, дай бог развитие в будущем бизнесе. Но, собственно, единственная просьба – это чтобы не мешать зерна с плевелами и все-таки отделять проект Skyway от других. Ну и, собственно, я не буду на этом останавливаться, друзья, потому что, опять же, вы знаете прекрасно мою точку зрения и мое видение, если это не выходит за какие-то рамки разумного, доступного, то, что можно говорить я всегда отвечаю таким образом. То есть, если вы хотите что-то узнать у человека, и этот человек живет и здравствует сегодня на планете Земля, обратитесь к нему и, собственно, у нас абсолютно все публичные личности найдут время, обязательно ответят. То есть на, на этом я сегодня больше не буду останавливаться вообще, потому что, собственно, не вижу в этом смысла. Друзья, я хотел бы напомнить, и это очень важный момент, то, что сегодня действительно, я думаю, что переноса не будет никакого. И многие еще на прошлом моем вебинаре так совпало, что мои вебинары проходили в момент потенциального переноса. Сейчас это уже, я думаю, не потенциальный перенос будет. 26 декабря до 23.55 по московскому времени произойдет смена дисконта. То есть будет переход на 13 этап. Мы подготовили очень серьезные маркетинговые новшества, то есть кто-то считает, что это изменения маркетингового плана. Это будут несколько другие новшества. Они позволят вам, несмотря на те объемы, которые нам нужно привлечь в инвестирование головной компании на создание демонстрационного сертификационного участка в Мариной горке Республика Беларусь, собственно, там достаточно большие суммы, и вам будет... Просто все равно работать с партнерами, потому что мы придумали кое-что, и вы об этом узнаете уже в 2019 году. Ну и, друзья, давайте посмотрим на призму. Вообще, вот свой уходящий не год, потому что за год все осветил, повторюсь, Максим очень достойно, очень корректно, очень информативно. Обратите внимание, посмотрите на этот ролик в интересном формате. Она сейчас идет в виде видеотрансляции. Я хотел бы взглянуть на то, что отбросило нас, дамы и господа, на два с половиной года назад. И э, я э, еще раз, э, собственно, вот когда э, было вручение премии мира Анатолию Эдуардовичу Юницкому в Братиславе, я так вскользь высказал свой прогноз. Кто-то сейчас в социальных сетях мне начали писать, что потихоньку сбывается этот прогноз. И, друзья, я опасаюсь, как бы он не сбылся раньше, потому что это будет достаточно неожиданные события, о которых никто не, никогда не скажет, никакие не ни финансовые группы, но те люди, которые сейчас покидают пост, ну, допустим, взять бывшую руководительницу ФРС США, госпожу Джанет Елен. Это вообще женщина, которая входит в топ-20 влиятельных женщин мира. Просто посмотрите в свободное время статью очень интересную, где это политика и действительно очень серьезные финансовые активисты и деятель сейчас говорит, что не прикрытые финансовые дыры в бюджете США и уже очень сложно это все исправить и, собственно, нужно готовиться действительно чуть ли не к худшему. Это нелицеприятный факт, друзья. Но вот давайте посмотрим сквозь призму развития проекта Skyway. Я рекомендую всем... Друзья, коллеги, знакомиться, посмотреть с репортажем, в котором мой знакомый хороший, можно сказать, друг, потому что мы на расстоянии чувствуем действительно связь, как истинный скайвейщик со скайвейщиком Владимирос. Я этого замечательного человека наблюдаю историю с момента развития бустера Юрия Галаты как вырос, действительно, Владимирос, и он является и пастором, и, собственно, учредителем центра по спасению души тел, без ну, переносного значения сказать наркозависимых. То есть это очень доброе и очень честное дело. И, друзья, завершается уже, близится к завершению процесс, который тянется долгие-долгие года. И событие, которое происходило, я помню, еще, знаете, позвучивал ролик, где... Вербицкос, если не ошибаюсь по фамилии, тот тоже один из работников бывших сотрудников на тот момент компании, которая в будущем планировалась преобразованию именно вот что-то сейчас, что мы видим в Минске, в Минской области. Но, друзья, счастье и огромное. Благодарность Вселенной и судьбе то, что это не произошло. Потому что если бы это произошло сейчас скорее всего мы готовились бы уже сейчас пошли бы первые адресные проекты и собственно возможно к концу 2019 года мы готовились бы уже к выходу на IPO вы знаете что за два с половиной года за четыре года компания выходит на IPO акции Nvidia на тысячу сто процентов только выросли за предыдущие три года то есть сейчас наступила э, та эпоха, которая значительно ускоряет не только технологический прогресс, э, но и э, выход активов э, на капитализацию и, соответственно, на публичную торговлю. То есть, э, действительно, это Skyway, э, развивай, развившийся в Литве, например, э, представим такой момент развития событий, что мы, э, собственно, три года назад, ну, 2000, в 2014 году можно было начать уже этот процесс и на первую конференцию, которая происходила, я этот момент четко помню. И я думал, честно признаюсь, ехать на эту конференцию, не ехать, потому что я развивал очень много различных направлений за свою деятельность именно по строению сетей, но не знаете, как не паук, который плетет сети, а с некой благородной целью, чтобы люди все-таки развивали какую-то мощную технологию и был такой посыл, посыл вверх в небо, чтобы появился такой проект, который был бы инновацией, а желательно вообще смог изменить все человечество. И действительно вот такой проект появился. И те, кто присоединились в далеком 2014 году, это те люди, которые обладают тончайшей интуицией. Это люди, которые смогли услышать обращение Анатолия Эдуардовича Юницкого, смогли распознать, что он имеет в виду, что мы создаем самый крупный бизнес на Земле, что не смогли сделать вместе Стефенсон. Форт и Боинг а на минутку акции Боинга выросли с 88 года более чем в 18 с половиной раз. То есть это огромный показатель, друзья, но это достаточно консервативные активы. И опять же, если сравнивать те активы, которые сейчас у нас имеются в высокотехнологичных компаний, то они ни в коем разе сравнении не идут с будущей транснациональной транспортной и инфраструктурной корпорации, предлагающей услугу, которая нужна всему миру компании Skyway Technologies Companies. Не идут сравнения, на мой взгляд. И это оценил, естественно, и Владимира в интервью. Сбросьте, пожалуйста, ссылку. То есть выезжал специально Михаил Кириченко. Михаила Кириченко я могу назвать таким знаете, скайвеевским каналом и e Discovery, и скайвеевским обозревателем. И, собственно, все действительно совмещается в одном человеке. Если говорить про Владимираса, то сейчас, вот смотря со стороны на эту картинку, я могу сказать, что эта беседа с таким магнатом, там. То есть, да, даже по имиджу сейчас Владимира со стороны кажется ä, магнатом. Это мой личный взгляд, друзья. И я знаю те проекты, которые Владимира обсуждает, ä, мы обсуждали еще три года назад, какую картину мира он построил по развитию адресных проектов. Коллеги, это может сделать абсолютно каждый. И, собственно, вопрос именно в создании и развитии тех адресных проектов, которые также будут и конкурентоспособны, и решать конкретные задачи заказчика и, собственно, в первую очередь окупаемы, ну и даже в нулевую очередь, на которые есть команды и на которые есть инвестиции. Такие проекты будут рассматриваться в 2019 году компанией Skyway Technologies, руководителем отдела адресных проектов, департамента адресных проектов Кириллом Бадулиным. Это действительно очень мощный системщик, очень мощный организатор, который выстроил работу, уже более пяти людей работает в департаменте адресных проектов, и они проделают просто колоссальную титаническую работу. И представьте, насколько дорого стоит их время. Естественно, не все проекты будут рассматриваться. Мы, как Skyway Capital, будем фильтром адресных проектов. То есть Владимир Маслов в своих вебинарах очень активно и очень часто останавливается на тех проектах, которые развиваются и по Эстонии, и по Сан-Бернандино, и по Болгарии мы останавливались и по вьетнаму что там создается чуть чуть ли не политический фундамент на данный момент и очень огромный интерес представляет технология skyway но технология skyway всегда была есть и будет над политикой над соответственно всякими экономическими разбирательствами и над всякими э -э -э, религиозными зазываниями, но у нас э -э, люди собрались и действительно проект Skyway объединил людей совершенно разных вероисповеданий. Никогда проект Skyway не будет играть на цели объединения, на цели соединения чего-либо, потому что это и так уникальный проект, который совмещает в себе, наверное, все направления на сегодняшний день. Возможные предоставляемые в будущем услуги. Именно поэтому, друзья, я и выбрал лично, если говорить про себя, в 2014 году проект Skyway. Потому что, признаюсь честно, предложений было много. И Владимир в своем интервью рассказал историю. Потом, собственно, можно пересмотреть выступление Анатолия Эдуардовича Юницкого. Почему был подан иск и именно была попытка, успешная, я считаю, попытка разбиратель со стороны лично Анатолия Эдуардовича, лично Надежды Геннадьевны Косаревой за моральный ущерб, за отброс Skyway на два с половиной года назад и в виде компенсации потенциальной очень крупной суммой. Сейчас остался тот процесс когда станет ясно а какую же сумму все-таки будет компенсировать Литва и, и я могу сказать что даже почему на благо сыграла вся эта история что при изменении курса евро доллара у нас просто несколько лет на счетах пролежали средства и это даже стало некой инвестиционной историей даже тут все было предопределено так вот, вернемся к тому, что представим, что, например, вот на этом пустыре пообразовался бы экотехнопарк и, собственно... Симмонс бы даже не помешал со своим 20-миллиардным контрактом, когда за 2 миллиарда решение всех задач и построение всех проектов, связывание именно прибалтийских государств, столиц прибалтийских государств, и это все решило бы проект Skyway. Естественно, конкурентам очень неинтересно, чтобы развивался технопарк и тем более экотехнопарк некой технологии, которая может стать прорывом в будущем, когда она будет продемонстрирована и когда она будет просертифицирована. И, собственно, сейчас, в 2018 году, вот опять же, смотря сверху, с различного развития в различных сферах своего, то есть это и блокчейн-индустрия, это и финансовые рынки, анализ финансовых рынков, это и экономические анализы, я могу сказать, что в 2018 году мы увидели то, что описывалось в книжках и то, что можно было было прочитать про бум доткомов, знаете, когда интернет-компании продавались, покупались, просто производитель, создатель компьютерных игр, Это Илон Маск, выходец из Африки, мог стать вдруг миллионером, собственно, на этой волне технологического прогресса и технологического одновременно провала потому что многие компании падали каждый технологический прогресс друзья сопряжен с тем что что-то развивается а что-то падает и многие семьи потеряли свои инвестиции потеряли свои вложения так же как сегодня многие потеряли те кто инвестировал на взлете криптовалютного рынка, блокчейн экономики, которые да, были очень красиво обоснованы и очень мощные белые бумаги, аналитические, математические, были созданы новые алгоритмы. Но, друзья, все кружится вокруг биткоина, то есть царя криптовалют. И, собственно, Естественно, самой мощной белой бумагой, пока мы не увидели белую бумагу Skyway, именно Skyway токена, с нетерпением все ожидаем. И Максим Бедро сказал, что мы в течение чуть более 30 дней увидим, возможно, как бы документацию. Сейчас происходит очень мощная в первую очередь юридическая проработка и одновременно программная проработка будущего предстоящего продукта. Ну и, собственно, даже партнеры, которые сейчас уже в самостоятельное плавание отделились от проекта Skyway, говорят, что Skyway токен – это актив, который будет востребован и, собственно, будет абсолютно ликвиден. Поживем увидим. Друзья, я как Именно человек, любящий прочитать документацию, могу говорить только после того, как я ознакомлюсь с документацией. Но все же, друзья, даже тот, кто обладал мощной документацией и взлетел 8, 10, 12 раз и даже 50 раз за 2018 год, Потом упал резко и сейчас все находится в той логике, что да, биткоин доходил до 20 тысяч в пик, но сейчас он колеблется 3 800, 400. И неизвестно, будет он падать. Собственно, прогнозы не оправдываются. 2019 год это будет э, взлет э, крупных высокотехнологичных стартапов. То есть вот те пресловутые сетевые транспортные компании, они э, будут выходить на IPO, то есть Uber, Lyft, я говорил об этом, э, у Uber предполагается крупнейшее IPO вообще за историю развития финансового рынка. И э, представьте, что произойдет, э, если американские э, биржевые рынки начнет э, трясти и колбасить э, еще до конца 2019 года. Произойдет абсолютно то же самое, что произошло с криптовалютой, потому что главенствующей криптовалютой является биткоин. Если он падает то падает весь крипторынок. Если будет падать по американский фондовый рынок и, соответственно, будет испытывать проблемы доллар, то будут склапываться мгновенно экономики многих стран. Мы видим сейчас за крайние Год рекордное падение нефти, то есть рубль пока что держится, но мы видим уже поползновение вверх рубля. Неизвестно то, что будет зимой. И, друзья, если бы мы выходили на IPO в 2019 году, то есть мы попали бы под эту волну цунами и нас могло бы смыть. Поэтому огромная благодарность Литве и даже в этом плане за то, что нас отбросили на два с половиной года назад, наверное, не были бы созданы такие образцы подвижных составов, которые, собственно, не были ранее в бизнес-плане. Это Юнибайк, наш любимый Юнибайк, наш первопроходец. И 29 ноября начались первые ходовые испытания. То есть эту дату именно в 2016 году я сам запомнил, запомнил на всю жизнь, потому что я считал это прорывом в мировой науке и считаю до сих пор. Это начало реального воплощения в жизнь и материализации подвижных составов. Сейчас их уже э, очень много, друзья, и многие из них уже сертифицированы. И, собственно, ведущие политические деятели, ведущие финансовые э, агломераты э, в лице, в том числе, естественно, шейха э, Аль-Мактума, э, говорят о том, что технология Skyway ⁇ это будущее мировой мобильности. Ну, мое мнение, естественно, это будущее в первую очередь за персональными высокоскоростными подвижными составами, за персональными среднескоростными подвижными составами, то есть до 150 км в час, будет происходить абсолютно автоматизированная пересадка. То есть мы об этом говорили на вебинарах и будем в 2019 году продолжать говорить. И, собственно, будущее за тем, что, естественно, реализовал и Генри Форд, и, собственно, он создал семейный автомобиль. Будущее именно за массовым применением транспортных гаджетов и, как я вводил такое понятие, как транспортный социальный аккаунт. И это недалеко на самом деле от логики, которая закладывается сейчас в блокчейн экономику, да, блокчейн экономика Skyway токена будет связываться обязательно и с солнечной энергетикой, и с альтернативными источниками энергии, другими, но будет и очень мощная социальная направленность. Это то, чего не делала ни одна, опять же, корпорация в мире, потому что многие корпорации, друзья, они вот это вот совпадение одновременности развития как технологии инженерной, так и технологии блокчейн они упустили. И сейчас, да, Facebook собирается вводить уже вслед за Телеграмом некий токен, который будет капитализировать WhatsApp. Но, друзья, это корпорация уже, которая плотно абсолютно стала на ноги. И сегодня нужно именно организовать и потратить многомиллиардные бюджеты, чтобы это осуществилось. И только одна корпорация в мире, а это технология Skyway, способна совместить действительно и потом прийти мое любимое понятие точка сингулярности это тут то куда придет вообще весь технологический прогресс и то куда ведет и Skyway, и общепланетное транспортное средство. И, собственно, вот эти параллельные ветви развития, технологический инженерный прогресс и технологический цифровой прогресс, так называемый, они э, могут э, совпасть и э, со сверхускорением просто взлетит корпорация Skyway э, Technologies Companies, э, не, не говоря уже о том, что на сегодняшний день э, десят, на десятки миллиардов контрактов э, подписаны э, непосредственно... Если говорить только про Арабские Эмираты. И это та заслуга, друзья, которая наша общая с вами заслуга. Это не конкретно Анатолия Эдуардовича Юницкого, хотя да, он является э, именно владельцем интеллектуальной собственности. И на данный момент он переуступает нам с, с огромной э, благодарностью и с огромной благосклонностью те активы, которые в будущем потенциально смогут стоить очень дорого, когда Skyway начнет создавать новый рынок. А теперь, друзья, давайте пообщаемся о новых рынках и пообщаемся о том, что нас ждет в 2019 году. Я, опять же, хотел бы привести сравнение с, с той сферой, с которой я начинал. Я это открыто говорю, это можно проследить и со всей социальной сети. И, собственно, были различные эксперименты. И в свое время был такой большой эксперимент, который повлек за собой очень много дубликаций и очень много плагиатов, очень много хайпов, очень много еще более серьезных схем, которые смогут у людей забрать их деньги. Но мое личное мнение, всегда нужно быть максимально бдительным и осторожным. Поэтому я могу сказать, что Анатолий Эдуардович Юницкий, лично он открыл вообще эпоху мирового интернационального крауд-инвестинга. И это та эпоха, которая зародила э, возможность доступа к маркетингу международному. Вы не, не представляете, какие мы горы пробиваем, друзья. И поэтому можно сравнить э, со временами строительства дорог э, в вечной мерзлоте. Вы помните, что в Сибири горные породы взрывали, потом э, в очень жестких условиях строились эти дороги. И, друзья, мы такими же усилиями пробиваем интернациональный рынок. Многие проекты, к сожалению, пользуются нашей базой инвесторов. И будьте бдительны, потому что в 2019 году, именно в 2019 году, вас будут приглашать во многие вещи. И те люди, которые уже по каким-то своим личным причинам не сотрудничают с проектом Skyway. Но, друзья, я хотел бы привести аналогию для того, чтобы вы поразмыслили, поняли, что есть променять океан на реке. То есть представьте, если бы компания Mercedes, то есть все знают Mercedes, BMW, то есть крупных автогигантов, предлагала бы вам инвестировать либо в целый автомобильный ряд с заложенным, заложенной сменой модельного ряда и с заложенной моделью выхода на рынок, либо кто-то предлагал вам инвестировать, ну, к примеру, в ручку двери, то есть вы знаете, что ручка Unibike, например, это не конкретная разработка Skyway Technologies Corporation Companies, это не разработка ЗАО струнные технологии, это лучшая деталь, которая была найдена для синергии в Unibike. И, собственно, даже вот эта лучшая деталь не показала себя с лучшей стороны, хотя, собственно, поставщики ожидали обратной. То есть с этим мы столкнулись на позапрошлом и на трансе. И это не какой-то недостаток технологии Skyway, это недостаток отдельной технологии, которая была включена в концепцию подвижного состава. Так вот, то же самое и мотор колесах, друзья. Либо есть конкретная модель рынка и, собственно, конкретная модель выхода на мировой глобальный рынок в плане применения уже на глобальном рынке, либо просто есть технология, которую можно где-то применять. И видение, на мой взгляд, такого именно глобального, которое могло бы быть отражено в виде роста либо активов в будущем акций, а сейчас обязательств, либо роста дивидендов. Хотя я всегда говорю, друзья, дай нам Бог дожить до таких времен, когда будут расти не дивиденды, а стоимость акций. То есть я лично заточен, чтобы росла стоимость в будущем акций, ну, либо токенов. То есть покажет время, на самом деле, какие финансовые рынки, либо цифровые, либо традиционные, будут развиваться. И к тому, и к тому, кстати, готова компания Skyway. И с момента запуска в 2014 году те предприимчивые, инициативные люди, которые по какой-то причине отходили от проекта Skyway, они, естественно, уходили в свои направления. Я не буду конкретно называть, потому что это моя логика, это моя стратегия. Опять же, как я никогда не говорю за своих именно прошлых партнеров, либо тех людей, кого я знаю, всегда лучше спросить. Но таких проектов факт, что появилось много. И сейчас такого высокотехнологичного крауд-инвестинга становится еще больше и больше. Потому что это, как минимум, привлекает инвестиции, а значит, это может быть потенциально прибыльно. Так вот, будьте бдительны и читайте на самом деле те бизнес-планы, которые вам будут предлагать. Потому что почему вообще вьетнамцы, допустим, активно присоединились к технологии Skyway? Я могу сказать, вьетнам это... Та нация, которая, ну, наверное, после русских максимально подвержена всяким мошенническим схемам с точки зрения менталитета. То есть, они очень доверчивы, они очень открыты. Почему именно к технологии Skyway? Потому что здесь раскрывается то, что осуществляет мечту каждого инвестора. Друзья, это инновации, которые меняет одна за другой. Это стратегический план развития, и это мы видим, ну, я лично вижу до общепланетного транспортного средства, то есть это 30-35 лет, может быть, когда оптимизация пройдет и будет достаточное финансирование и за 25 лет. Покажите мне ту корпорацию, которая на 25-30 лет сейчас просчитала момент своего развития. И, естественно, максимальная оптимизация, максимальное масштабирование и долгосрочное планирование. Но самое главное – это создание глобальных рынков, не локальных. Потому что если хотелось бы инвестировать в локальные рынки, я бы пошел, к примеру, в перспективное направление в локальном применении. К примеру, сейчас в Европе только-только появляется, два года назад этого не было электроскутеры, но, но не те байки, которые в Таиланде заполоняют, а именно электросамокаты. Но это локальное направление. И, друзья, если э, не будет э, создана э, большая прибыльность, э, если продукт не обладает э, большой маржой, опять же приведу пример, э, есть такая компания, которая занимается контейнерными перевозками, то есть это в ходе дискуссии э, с финансовыми группами мы общались, они рассказали, что в этой компании владеют три э, человека. Собственно, первый человек владеет более чем 75% и двое владеют меньшим процентом и, соответственно, частные инвесторы. Все заточено на дивиденды, но маржинальность у этого продукта, несмотря на то, что продаются сотни тысяч контейнеров в год, очень низкая. Соответственно, дивиденды низкие. И, соответственно, частные инвесторы, которые входят в виде миноритариев. Нужно понят понимать, что, друзья, мы в миноритарии с вами. И, а Миноритарии это все, кто э, не входят в GTI, и это не то, что плохо или как-то отрицательно, этим нужно гордиться. Потому что на самом деле Анатолий Эдуардович открыл дверь э, именно в э, краудинвестинговый будущий хедж-фондовый рынок. Э, обычно финансовые группы собирают э, некие выгодные направления. А здесь интеллектуальная собственность была оценена в виде перспективных построенных дорог и соответственно Далее, миноритарии ⁇ это мелкие и средние инвесторы, друзья. И, собственно, далее есть крупные и крупнейшие инвесторы. Когда будет закрыта, закрыт вход в корневую технологию именно крупными инвесторами, то, естественно, это будут крупные инвесторы. Еще пример крупного инвестора, я могу сказать, но, опять же, это было несколько лет назад. От одного, от одного физического лица, от одного человека, если не ошибаюсь, 339 тысяч долларов это сумма инвестиций. От юридических лиц сейчас больше. И очень много в 2019 году, друзья, будут предлагать высокотехнологичных, краудинвестинговых проектов, различных стартапов и так далее и тому подобное. Будьте бдительны. Потому что мы на сегодняшний день пройдя огромный путь развития сертифицировав технологию вышли на те я считаю уже предзаключительные этапы когда проводятся презентации с шейхом когда выигрываются и досрочно останавливаются судебные разбирательства по поводу того что есть признаки финансового либо нет со стороны э, руководства э, skyway и их не было выявлено непосредственно в литве э, собственно все счета были разморожены э, постоянно каждый год компания проходит э, финансовый аудит и естественно несмотря на все поливание грязью э, технологии skyway лично Анатолия Эдуардовича Юницкого те события, которые действительно награждают и оценивают вклад этого великого инженера в развитие человечества, допустим, премия мира в Словакии. Эти события не должны проходить незамеченными, и поэтому мы их позиционируем действительно как тренировка перед Нобелевской премией. И, собственно, на сегодняшний день крупнейшие партнеры, крупнейшие издания подценивают технологию Skyway и с точки зрения туристической привлекательности и с точки зрения э, внедрения технологий повышения мобильности и вообще изменения будущего. А что будет, когда рынки, все финансовые рынки упадут? Э, это я могу привести пример, аналогию, как было во времена Великой депрессии, что позволило развить американскую финансовую систему США и выйти из Великой депрессии. Это строительство железных дорог, это прокладка нефти, трубопроводов, это развитие небоскребного строительства, это вся литейка, именно того образца и того технологического развития. Так вот, действительно, дубайцы, жители и власти Шаржи и других всех Эмиратов, учитывая то, что арабские страны сейчас борются вообще за пьедестал мировых экономик, они услышали, они поняли, что естественно и арабские страны, куда им инвестировать, они инвестируют в элементы недвижимости, в компании стартапы, высокотехнологичные также стартапы. Все инвестируют в мире примерно в одни и те же активы. И представьте, эти все активы упадут. И экономики стран начнут склапываться. Поэтому арабы здраво оценили то, что действительно выходом может стать та технология, которая является сверхмобильностью в области развития транспортных технологий и транспортной услуги. И, собственно, я думаю, что Uber в этом плане, лифт в этом плане вряд ли помогут. И, кстати, если говорить также о псевдопроектах различных, взять Uber и Lyft. Это сетевые транспортные компании, которые доказали свою результативность. Собственно, на рынке появляются различные псевдошеринговые компании, которые закупают различные либо устройства для псевдорынка такси и, и других э, моментов. Э, собственно, опять же, будьте бдительны, потому что всегда э, те команды, которые обладают... Э, методиками именно ораторских искусств каких-то манипуляций и методиками создания высокотехнологичного шоу-бизнеса будут этим обязательно пользоваться и я не приветствую это я всегда против того чтобы народ двигался только ради и чисто своего обогащения, создавая какую-то маркетинговую высокотехнологичную легенду. И, собственно, поэтому уже фактически более пяти сотен тысяч людей, которые инвестировали хотя бы единожды в проект Skyway, и более миллиона человек зарегистрированных идут за Анатолием Эдуардовичем Юницким, несмотря на ту грязь, которую уже профессиональные блогеры, то есть заказывают работу у профессиональных блогеров, у которых поставлена речь, которые обладают какими-то ресурсами. То есть действительно ведется информационная такая местечковая маркетинговая война. Естественно, в плане геополитики это ничто для нас. То есть в плане того, что сейчас происходит в Арабских Эмиратах, это можно сравнить с тем, что упустила Литва. Потому что Литва могла стать мировым инновационным технологическим чудом. Литва смогла бы увеличить многократно свой ВВП, создать как минимум тысячи рабочих мест и получить крупнейшего налогоплательщика, потому что на сегодняшний день ЗАО «Струнные технологии является крупнейшим налогоплательщиком вообще в Республике Беларусь. И нам повезло, что такая лояльная страна нам попалась, что удалось создать действительно струнную долину и действительно демонстрационный сертификационный центр тестовых участков, где опробованы и где модифицируются, постоянно улучшаются подвижные составы и все виды инфраструктуры Skyway. Потому что инфраструктура Skyway это далеко не только подвижные составы. Это станция, это, естественно, сами подвижные составы, которые я могу назвать транспортными андроидами, транспортными роботами. И это не те андроиды, которые я всегда буду не за развитие искусственного интеллекта, который будет лишать работы людей. Да, действительно, профессии меняются, и с приходом мобильности технологии Skyway профессия водителя она постепенно будет уходить в небытие. Но нужно будет огромное количество специальностей для того, чтобы дирижировать и управлять либо системы логистики, диспетчеризации, потому что, естественно, в каких-то нештатных ситуациях это нужно будет решать вручную. И появится множество новых профессий, в которые водители смогут переквалифицироваться. Но логика транспортного андроида и логика Андроида, который будет роботом и заменит человека, это две абсолютно разных логики, которые можно характеризовать абсолютно разными знаками. Плюс-минус это слишком резкие сравнения, но это действительно разные вещи. И автоматизация, искусственный интеллект должны помогать человеку, а не просто делать его более ленивым делать его менее общительным с семьей, потому что высшая ценность, которая создает технология Skyway, это действительно повышение мобильности для личного общения, для личного общения с родственниками, с бизнес-партнерами. И когда человек будет выходить из сети Transnet и перемещаться со скоростью 500-600 км в час, а в будущем 1250 км в час по нашему земному шарику. Это действительно такой элемент уже перед телепортацией, я могу назвать, потому что куда уж быстрее, куда уж безопаснее и куда уж экологичнее. И вообще давайте поразмыслим, для чего мотор-колесо было применено непосредственно в технологии Skyway. Не для того, чтобы создать мотор-колесо и для того, чтобы привлекать инвестиции в мотор-колесо а для того, чтобы создать максимально экологичный и максимально э, эффективный электродвигатель э, и, собственно, избавить э, от э, необходимой связи с трансмиссией и так далее. Поэтому мы можем заявлять, что да, наш э, транспорт на сегодняшний день, э, даже обычный Юнибайк более аэродинамичен. Что уж говорить об высокоскоростном подвижном составе. Даже в сравнении с самыми крутыми и дорогими и скоростными суперкарами. То есть мы неоднократно говорили о Бугате и коэффициенте 0.37. Сейчас на сегодняшний день есть автомобили, например, SSC Tuatara, с турбодвигателем V8. И, собственно, там коэффициент аэродинамического сопротивления 0,279. То есть, естественно, автомобильный рынок не движется на месте, но даже наши обычные городские подвижные составы, они более серьезные по своему развитию аэродинамики, чем современные спорткары, которые способны преодолеть 480 км в час. И вообще, зачем преодолевать 480 км в час непосредственно в логике автомобильного рынка? И ни одна корпорация на сегодняшний день не создает синергетическую, единую транспортную, информационную, энергетическую э и, естественно, социальную. Э без этого никуда не и я повторюсь, и блокчейн направление будет иметь четкую социальную направленность, о которой мы сейчас конкретно не можем говорить, но этого не создавалось еще в мире именно с очень серьезным технологическим инженерным фундаментом. И сейчас мир готовится, друзья, на самом деле к тому, чтобы произошло объединение мира интернет вещей. И неизвестно, транснет войдет в мир интернет вещей, либо мир интернет вещей войдет в пространство транснет. Это покажет только технологический прогресс, друзья, только технологическое развитие, но я могу сказать, что уже на самом деле происходит на рынке именно непосредственно высокотехнологичных корпораций, взять корпорацию Intel. Уже поступила на рынок, вот посмотрите эту статью, флешка, которая не то что заставит или побудит, она даст способность общаться между собой приборами. Это то, что на футурологических вебинарах мы только с Сергеем Анатольевичем освещали. Это сейчас уже происходит. Естественно, подобные устройства, скорее всего, будут разработаны в логике мотор-колеса, потому что либо взять у производителя то устройство, которое нужно будет модифицировать. Мотор-колесо каждое создается на самом деле под каждый подвижной состав свое, со своими характеристиками. И уже более пяти моделей по мощностям только электродвигателей с мотор-колесами было создано, друзья. И каждый новый подвижной состав – Каждое новое применение Skyway соответственно потребует модификации технологии. Благо, что мы сейчас применяем технологии моделирования будущего. То есть это то, что применила технология Skyway и компания Skyway уже в ходе создания бирельсового подвижного состава. То есть это уже технологии которые за которыми будущее непосредственно и подобные флешки мое глубочайшее убеждение также в недрах экспериментальных отделов в недрах департаментов системы автоматизированного управления будут разработаны потому что если брать с рынка сейчас что-то готовое Опять же, чтобы создать мотор-колесо, было проанализировано множество устройств подобных и принято решение генеральным конструкторам создать свое мотор-колесо. Потому что нет мотор-колес, удовлетворяющих на сегодняшний день потребностям рынка Skyway. И то же самое и с подобными флешками, друзья. Они появятся у нас обязательно свои. И это будет какая-то часть, это такая моя футурологическая часть и я могу сказать, что слово футуролог это не особо применимое слово к условиям меняющегося мира и меняющейся экономики. Слово визионер, которое характеризует Юницкого, это больше применимо и это больше вызывает доверие. Потому что футуролог на самом деле дает какой-то прогноз, но за этот прогноз он не ответственен. И Юницкий еще в Литве, он сказал, что я готов построить непосредственно то, что запланировал. И, собственно, только из-за того, что Siemens там начал развиваться и планировались какие-то проекты, из-за таких маркетинговых глобальных войн Skyway и непосредственно семья Юницких была вынуждена уйти. С Литвы и продолжить уже в Республике Беларусь. Но, как я и озвучил в своем вебинаре, друзья, это все на благо. И слава богу, что мы сейчас не планируем выходить на IPO, потому что финансовые рынки сейчас находятся в таком пред цунами. И что нас ожидает, никто не знает. Но мы знаем, что технология Skyway как именно веха. И вершина мобильности сейчас, мобильность 5.0, это будет либо 5.1, либо 6.0, это опять же покажет будущее, но когда ведущий Шейх говорит об этом в своем Твиттере, не то, что о мобильности вообще представляет технологию Skyway, это говорит о многом. Ну а сейчас в заключение, друзья, поставьте плюсики, кто хотел бы алгоритм, кратчайший путь для донесения информации непосредственно по технологии Skyway. Это действительно алгоритм, который я стал использовать, то есть он в моей голове очень быстро созрел и будут, возможно, неполные ссылки отражены. Друзья, сейчас в ходе своего вещания обязательно я это дело подкорректирую, потому что э, хотелось бы, чтобы максимальная ссылка была отражена. Но сейчас становится все проще и проще э, действительно развивать технологию Skyway. Э, подставьте сами те видео, те ссылки, э, которые, собственно, я сейчас буду описывать, э, но что необходимо и что э, спрашивают у нас э, вообще инвесторы. Это независимо от того, крупный инвестор, это независимо от того, э, потому что я, я, могу сказать, что просто Твиттер э, Аль Мактума, э, то есть шейха Мохаммед и Ибн Рашид Аль Мактума, э, просто твит был отослан э, в, в такие крупные, достаточно серьезные элитные круги. Этого достаточно достаточно даже как посвящение мнения. И в 2014 году было действительно намного сложнее, в 2017 году было намного сложнее развивать проект Skyway. Первое, что вам зададут вопрос, это где это было построено. Соответственно, у нас есть непосредственно э, тот э, документ, который э, ведет Ольга сейчас, и, собственно, этот документ либо будет продолжен, либо будет создан новый, если будет освещаться открыто и широко строительство в арабском мире, в чем я не уверен, потому что не нужно открыто посвящать, достаточно будет сделать какую-то именно хронологию в ускоренном времени строительства, то, что можно было показывать, когда уже будет построено. Потому что не показывает дураку незаконченную дорогу. То есть это все непосредственно каждому из нас с вами известно. То есть где было построено? В Минской области Марина Горка была построена масса всего. И летом 2019 года будет построена первая трасса в мире после Минской области, и это будет часть мирового инновационного центра Skyway. Естественно, человек спросит, а какая поддержка властей? Вы сбрасываете твит на английской версии, ну, достаточно твит, твиттер шейха пролистать, и, собственно, человек увидит. И показывайте видеопрезентации, видеопрезентации нашим арабским партнерам нашим мировым партнерам, потому что это была мировая презентация, несмотря на то, что это была презентация Шейху. Кстати, вот таким образом, на мой взгляд, и должны презентоваться все новые виды подвижного состава технологии Skyway. И дальше, соответственно, вы просто человеку озвучиваете те пакеты, обязательно пользуйтесь таким вот большим рывком. Посмотрите в своих личных кабинетах, именно Skyway Capital, кто зарегистрирован. Там очень серьезная маркетинговая составляющая и очень интересный конкурс, который продлится до января, если не ошибаюсь. Это большой рывок. Участвуйте в этом, потому что это очень интересный конкурс для того, чтобы развивать бизнес. И многие меня спрашивают о тех подарках, будут ли подарки в конце года. Естественно, друзья, я могу сказать, что самый большой подарок, который сейчас есть, это смена дисконта. Успевайте на смену дисконта. Еще больше подарок – это те информационные поводы, которые уже у нас появились в арабском э, информационном пространстве, и уже о нас говорят э, ведущие издания, и самым большим подарком э, это была фраза Павла Скойбеда э, на инотрансе э, собственно, три раза она была произнесена. Э, то есть, это человек, который за региональное развитие вообще по, по арабскому миру является ответственным и э, он вывел на те необходимые контакты Анатолия Эдуардовича Юницкого и собственно он взял на себя ответственность за не то что стратегию а вообще курс, вектор развития технологии Skyway кому-то этот вектор возможно и не понравился, то есть мы видим и смену состава членов правления Skyway Capital но естественно друзья, когда вот такой информационный шум и не только информационный шум но и конкретика и когда шейхи заявляет что skyway это будущее мобильности это вселяет уверенность это вселяет надежду и это вселяет конкретные мысли, что да, возможно, в 2019 году как раз-таки технология Skyway завершит свое финансирование в плане инвестиций в головную компанию и все переключится. А на что переключиться, мы это увидим. И если это переключится на адресные проекты, это будет супер и это будет замечательно если это переключиться частично на адресные проекты и частично на те технологии которые уже будут подводить гиперскоростному транспорту уже будут подводить космической программе общепланетное транспортное средство это тоже будет супер но друзья в чем отличие компании skyway от всех псевдо проектов которые в обилии будут появляться в 2019 году и и по крипто рынку то есть я могу сказать что я сейчас вижу перезагрузку многих проектов которые были спозиционированы как псевдо крипто трейдинг как псевдо крипто продукт они вынуждены были заморозить выплаты и лидеры пожалуйста, вот из этих проектов услышьте наконец и увидьте технологию Skyway. И, собственно, вы со своими знаниями будете еще лучше себя тут чувствовать, потому что в 2019 году, я уверен, друзья, мы выйдем на новые рубежи, на новые грани с помощью автоматизации. То есть мы будем делать чат-боты. Вот та система, которую я вам сказал, не разбегайтесь после вебинара, я обязательно сброшу и ссылками, либо Ольга уже далее сбросит ссылками, либо просто перейдите по ссылке в моей социальной сети, и, собственно, там будет ссылками. Просто сейчас я уже не могу подредактировать никак, как выясняется, это многим людям нравится. И меньше, чем за 2-3 за минуты я доношу информацию о проекте Skyway, даже во время командировки европейской, даже во время отдыха, совмещенные и с бизнес-встречами во Вьетнам, то есть в конце декабря я отправляюсь во Вьетнам, почему я выбрал именно эту страну, потому что я вживую хочу прочувствовать и увидеть, почему вьетнамцы ощущают такой потенциал, и спросить у людей, которые до сих пор не участвуют в проекте Skyway, хотели бы они участвовать. Естественно, они хотели бы, друзья. Естественно, весь мир хотел бы. И в 2019 году я желаю нам только новых высот, только новых побед. Я желаю нам для сохранения нашего информационного поля быть максимально бдительными, не вестись ни на какие рассылки, ни на какие псевдопроекты, какие бы команды там не собрались. Потому что такую монолитную конструкцию из стратегии, инновации, долгосрочного плана развития, из вообще всеобщего блага, друзья, людям, которые дарит Анатолий Эдуардович как визионер, он не футуролог, он визионер для всего человечества, это действительно дорогого стоит. Поэтому цените тот океан, в который вы проинвестировали, и не променяйте его на маленькие ручейки, на маленькие реки. Если у вас есть желание как-то диверсифицировать, естественно, диверсифицируйте, но фокусируйтесь как самураи. Истинные самураи остаются с проектом Skyway. И в 2018 году, и в 2019 году, я имею в виду в плане лидеров, кто развивает проект Skyway. И сохраняйте. Сохраняйте чистоту вашего информационного поля, потому что какие нас э, ожидают маркетинговые информационные войны, баталии в 2019 году, друзья, мы все преодолеем, мы э, все пройдем и, собственно, струна будет простираться уже по первым странам, это арабские страны. Ну и мы, как Skyway Capital, будем делать все, чтобы струна простиралась и по тем адресным направлениям, которые мы закладывали. Здоровья, счастья, благополучия, скайвеевского изобилия вам и вашим семьям, коллеги, друзья. Я желаю вам всего наилучшего в уходящем году, в наступающем году. Поздравляю со всеми наступающими праздниками, с Новым годом. Все страны, все более 200 стран, которые участвуют в нашем проекте Skyway. Друзья, мы создаем историю, и история будет продолжена на долгие десятилетия. Строй Skyway, спасай планету и дай дорогу мир Транснету. Здоровья вам, друзья. Ну и по традиции, по десятибальной шкале оцените вебинар. Если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Если вопросов нет, счастья, удачи, всех благ в Новом году с наступающими праздниками. Так, коллеги, вопросы. Будут ли новые лендинги? Вы не представляете, какой инструмент мы создадим в 2019 году. Я лично, так скажем, не то что принимал участие, это идеи, которые свежайшим образом были собраны с рынка. И сейчас программисты сидят над уже не разработкой, потому что весь прототип сделан этого лендинга. Это дерзкий, это бодрый, это свежий лендинг, который будет не стыдно показать и молодежи. Это то действительно то, что сейчас Анатолий Эдуардович высказывает во всех интервью. Не бойтесь быть услышанными и не бойтесь быть оспоренными, потому что мы являемся очень прочим фундаментом. ICO в 2019 году, естественно, на мой взгляд, будет запущен, то есть пред ICO, либо ICO. По теме криптовалютного направления, естественно, мы будем вас держать в курсе, друзья, как только будем сами узнавать новости. Лендинг – это продающий сайт. Одностраничный формат, рассказывающий информацию. Так, коллеги, еще вопросы? Ссылка, если не работает ВКонтакте, вот, пожалуйста. ВКонтакте работают все ссылки. Праздничного настроения вам. Всего хорошего. Счастливо. До скорых встреч в новом году.